Губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин направил руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву обращение с просьбой провести проверку обоснованности цен на авиабилеты в Нарьян-Мар и обратно, которые в летний период вновь резко пошли вверх. Текст письма глава региона разместил на своей странице ВКонтакте. В своем обращении губернатор напоминает, что воздушный транспорт является в регионе единственным видом транспортной инфраструктуры, обеспечивающим круглогодичное межрегиональное пассажирское сообщение. Межрегиональные пассажирские авиаперевозки из Нарьян-Мара в Архангельск, Москву и Санкт-Петербург осуществляют две авиакомпании – это ЮТР и Нордавиа региональные авиалинии. Компании занимают доминирующее положение на рынке и, как пишет губернатор, устанавливают монопольно высокие цены на авиабилеты, количество которых по минимальным тарифам экономического класса ограничено от 5 до 10 мест на рейс, и жители округа вынуждены приобретать их по максимальным тарифам. В мой адрес постоянно поступают обращения граждан, обеспокоенных высокими ценами на авиабилеты, особенно в наиболее востребованный период массовых летних отпусков, отмечает Игорь Кошин. Так, по маршруту Нарьян-Мар-Москва в авиакомпании ЮТР стоимость авиабилета эконом-класса в ноябре 2015 года, в марте 2016 составила более 8,5 тысяч рублей, в июне-августе 2016 года от 18 тысяч рублей и до 21,5. В аналогичный период в авиакомпании Нордавиа региональной авиалинии соответственно 6800 и от 18 200 рублей до 26 000 рублей. По маршруту Нарьян-Мар-Архангельск в авиакомпании Нордавиа региональной авиалинии стоимость авиабилета эконом-класса в ноябре прошлого года, в марте текущего, составила почти 9 000, в июне-августе 2016 года составит 10 500 рублей. В этой связи Игорь Кошин просит провести проверку соблюдения указанными авиаперевозчиками федерального закона о защите конкуренции в части запрета на установление и поддержание монопольно высокой цены. Департамент финансов и экономики Ненецкого округа провел промежуточные итоги опроса граждан о выборе приоритетных тем о бюджете. Опрос проводится для того, чтобы выяснить, какая именно информация о региональном бюджете представляет наибольший интерес у жителей округа. В опросе предложено несколько тем, например, приоритетные расходы бюджета, структура расходов бюджета, государственные программы, расходы на строительство. Но можно предложить и свой вариант, который также будет учитываться. Согласно промежуточным результатам опроса, сейчас лидируют темы приоритетные расходы бюджета, для чего нужны государственные программы и какие сферы жизни они затрагивают, какова доля расходов на социальную политику, а также какие объекты строительства запланированы в 2016 году. Темы, набравшие максимальное количество голосов с учетом предложенных в комментариях, будут подробно разъяснены на специальном разделе сайта Департамента «Бюджет для граждан». Принять участие в опросе можно до 25 июня 2016 года. Бюджет для граждан – это одно из понятий открытости бюджетных данных. Оно также включает в себя сохранение сроков принятия бюджета, обсуждение бюджета и отчетность. В цифрах бюджет, который принимается, и бюджет для граждан не отличается ничем. Но в раскрытии, так сказать, понятийного аппарата он предназначен для того, чтобы граждане простые, ну, под словом простые мы понимаем любой обыватель, который живет в том или ином месте, мог понять, о чем там написано. А делается это для того, чтобы, давайте на примере, каждая семья имеет бюджет, которым планируют, как его расходовать. Точно так же представим, что у нас большая семья, только состав в ней чуть более 43 тысяч населения, и вот эта семья доверила нескольким гражданам распоряжаться этим бюджетом. Но они имеют и право узнать, а как он распределяется. Вот поэтому бюджет для граждан включает в графическом виде, в эмоционном, в звуковом рассказы о том, для чего это предназначено. То есть, например, есть картинки, которые показывают соотношение того или иного бюджета. В частности, мы в департаменте издали вот такую книжечку «Бюджет для граждан», где рассказывается, на какое направление какие деньги тратятся. И вот с этой целью мы постоянно это делаем. В том числе могу сказать, что на каждой планерке при губернаторе Ненецкого автономного округа руководитель департамента Татьяна Павловна Логвиненко публично говорит, что в течение недели поступили такие-то средства, расход средств такой-то, государственный долг такой-то. Ну, вот все, что я сейчас говорю, это можно увидеть на сайте департамента, где постоянно мы обновляем информацию, и любой гражданин может ознакомиться с тем параметром бюджета в совершенно доступном виде, который есть. Бюджет для граждан постоянно мониторит Министерство финансов России под прицелом народный бюджет и нашего округа. С 2015 года Ненецкий округ занимает неплохие позиции в рейтинге. В 2015 году сделали значительный скачок, ну, в положительную сторону. Если еще три года назад мы были в восьмом десятке, то теперь из 85 регионов,
которые подверглись мониторингу, мы делим 39-е, 40-е место. С одной стороны, это здорово, что мы выше, чем середина. С другой стороны, есть база роста, и мы для себя взяли целевой показатель войти в этом году в 30-ку лучших регионов. Тем более, есть куда стремиться, есть очень передовые регионы, где это здорово все организовано. Бюджет для граждан – это не российское ноу-хау. Впереди идут Австралия, Франция, Дания, Скандинавия и другие страны. Российская Федерация активно включилась в этот процесс. Если в 2010 году у нашей страны были незначительные показатели, то в 2014 году сделан уверенный рывок. Сейчас Россия входит в десятку стран, где бюджет для граждан является наиболее доступным и понятным. Центробанк России составил рейтинг регионов России по величине средневзвешенной ставки ипотечных кредитов. По самой низкой ставке банки дают ипотеку в Ненецком округе, в Псковской и Калининградской областях. Минимальная средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам по итогам первого квартала текущего года в Ненецком округе составила 11,79 годовых. В Псковской и Калининградской областях ставка оказалась несколько выше и составила 12,8 и 12,9% годовых соответственно. В пятерку регионов России с самыми низкими ставками по ипотеке также вошли Республика Мэри-Эл и Калужская область. В среднем по субъектам России этот показатель составляет 12,46%. В 38 регионах страны средневзвешенная ставка по ипотеке оказалась ниже средней по России. В Департаменте финансов и экономики округа пояснили, как сформирован показатель по средневзвешенной ставке. В НАО за три первых месяца выдано физическим лицам кредитов на общую сумму 567 миллионов рублей, из них 47 ипотечных кредитов на сумму 102 миллиона рублей, включая 7 кредитов по 5% ипотеке. На средневзвешенный срок 152 месяца. Неипотечные жилищные кредиты, например, целевые жилищные кредиты без залога приобретаемого жилья, в округе за этот период не выдавались. Российскому рублю исполнилось 700 лет. Отмечается, что в летописях слово «рубль» впервые упомянуто под 1316 годом при описании условий мира между новгородцами и тверчанами. Тогда новгородцы договорились с тверским князем Михаилом Александровичем о выплате выкупа в 5000 рублей. Данные новгородских берестяных грамот позволяют уточнить, что термин «рубль» для наименования крупных серебряных платежных слитков сложился в Новгороде на рубеже 13-14 веков. У рубля достаточно славные традиции, 700 лет, и мы планируем несколько вещей хороших придумать для наших граждан, в том числе различные викторины, выставки, может быть, какое-нибудь обсуждение. И обязательно в нашем разделе департамента, и в том числе для бюджета для граждан, мы этот вопрос отразим.